Привет! С вами проект «Поговорим». В очередной раз мы находимся на серии развлекательно-интеллектуальных игр «Breaking». Как всегда, у нас на разогрев есть пару вопросов. Отдельно для девочек и отдельно для мальчиков. Начнем с девочек, да? Нас это же когда снег и корка на снегу, то это нас. Нет? Да, я поддерживаю. Это Америка. Итак, дорогие друзья, мы переходим к конкурсу капитана. Поближе посмотреть. Никто вас к стульчикам не придевал. Шарики. Начинаем. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Ну рассказывайте, как ваша команда называется? Green Meadow. Зеленый луг. Почему зеленый луг? А мы все живем в зеленом луге. Да. Мы далеко не ходили за названием. Вот у нас на разминку есть вопросы. Для мальчиков и для девочек. Сразу мальчики испугались, да? Все ребята первый раз, поэтому все еще стесняются. Стесняйтесь. В общем, первый вопрос для девочек. Что такое NAST? NAST? Сокращенное имя от Насти. А еще варианты? Настил. Не знаю. А я знаю, это какая-то должна быть мужская какая-то тема. Я знаю ваши эти штучки. Но я не знаю, что такое NAST. Тогда посмотрим, что мальчики ответят. Что такое Pineberry? Pineberry. Название тюрьмы одежды. Pineberry? Да? Что-то с рисованием связано. Что такое NAST? NAST? Я затрудняюсь. О, он девочка. Что такое Pineberry? Pineberry? Это коктейль. Коктейль. Еще это есть фрукт. Вариант. Фруктовый. Ягода. Груша. Ты что, есть варианты? Ну это ягода. А еще варианты вообще есть? Ну это вообще... Берри это ягода. Это стиль одежды. Ягоды. Платье какое-то. А еще вариант. Косметика какая-то. Нужно отвечать. Это связано с политикой. Это все, что у нас плохо, это Pineberry. Pineberry. Да, там цвет выбирайте. Красный, зеленый, у каждого своя кровь. Поэтому как-то будет так. Ребята, добрый вечер. Как у вас настроение? Чекаем. Как называется ваша команда? Билинго. Что такое NAST? Кристина, NAST это корка на снезе. Ну, замороженный лед, что-то такое. А теперь, мальчики, для вас, что такое Pineberry? Pineberry? Некая ягода. А что, есть варианты какие? У нас это же, когда снег и корка на снегу, то это NAST. Нет? Да, я поддерживаю, я тоже так думаю. Что такое Pineberry? Понятия не имею. А какие есть варианты? Pine? Это уже? Pine. Сейчас попробуем по-английски. Berry. Какая-то сосна, наверное, по-английски. Вообще, не знаю, сосновая ягода. Ну, сосновая ягода, что? Я не силен в английском. Да при чем в английском, что такое сосновая ягода? Шишка. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Супер. Как обычно, у нас вопросы на разминку. Для девочек и для мальчиков. Наверное, начнем с девочек, да? Что такое NAST? NAST. Наверное, это на снегу. Снег, да? Да, снег. Вот когда снег затвердел. Короче, когда снег затвердел, такой тонкая корочка льда такая на снегу, наверное, это NAST, я предполагаю. А еще есть какие варианты? Тоже какая-то.
Настя без буквы Я. Что такое пайнберри? Пиво. Пайнберри — это что-то такое клубничное, малинное. Пускай будет за что-нибудь. Название коктейля какого-нибудь. Шампунь, наверное. Шампунь, точно. Что такое наст? Настил какой-то, наверное, что-то с паркетом, может, с колом. Наст. Что такое пайнберри? Вообще русское, это русское слово? Это русское слово вообще? Знаете, мы ответ знаем, но мы вам не скажем. А, нечестно тогда. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin. Поэтому над этим это Юрий.
времени, но же следующие любой другой игры. Сука! Они наконец-таки заняли первое место, молодцы! Молодцы! Ореньяши! Давай! Молодцы! Это наши победители, друзья! Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты! Первое место сегодня, они все мы черный нос, но по-доброму, по-доброму. Итак, вам тоже традиционненько билетики на 3D выставку. Сертификатики мы вам уже не даем. Почему? Потому что мы раздаем вам кубки победителей! Кубки, хендмейд, кубки победителей! Почтение вам, респект, уважение и все такое. Рассказывай о своих ощущениях после сегодняшней игры. Все круто, все интересно. Игра прошла динамично, хорошо, весело. Наконец-таки победила та команда, которая долгое-долгое время занимала призовые места, но никогда не была первой. И сегодня они просто от счастья, ну, делали это дело, как бы, и очень сильно радовались. Мы были очень сильно рады за них тоже. И команды, которые заняли второе-третье место, тоже новые команды. То есть игра непредсказуемая. Тут как бы кто победит, непонятно. Вот. Но нам все понравилось, все было клево, все динамично, опять-таки повторюсь. На сегодня у нас есть уже порядка 19 команд, которые приходят постоянненько, около 20. Я думаю, что мы скоро будем еще прибавлять. Потенциал есть, поэтому мы всех приглашаем на наш интересный квиз. Это пати-квиз, это вечерина, викторина. Это не какой-то там скучный квиз, где сидят заумные люди и решают там какие-то задачки. Нет, у нас все больше на позитиве. Вот, поэтому приходите, играйте. И еще у нас... Помимо этого, выступление живой группы. Вот сейчас вот она выступает, вы можете ее слышать за кадром. Еще и живой караоке, вы можете вместе с ними петь. То есть двойной бонус, абсолютно бесплатно. Вы приходите на игру, играете, вы можете победить, зарядиться на целый месяц энергии, а еще потом отдохнуть в клубе, еще и попеть песни в караоке. Ну, круто, по-моему. Вот, поэтому регистрируйтесь, пожалуйста, на нашем сайте Brain King Buy, смотрите за нами на канале в YouTube, в группе, в группах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм. Мы есть во всех социальных сетях. Отдельная благодарность, конечно же, нашим операторам. Это проекту «Поговорим». Это нашим фотографам Ольге и Олегу, нашей замечательной ведущей Полине. Ну и, конечно же, ждем новых игроков на наши игры Brain King. Каждый четверг мы в клубе тусаем. Приходите, тусуйтесь. Спасибо. Наверное, на этом закончим. С вами был проект «Поговорим». Всем пока. До новых встреч. Итак, встречайте аплодисментами Полина. Песня про актеров Минского тракторного училища.